Всем привет! Сегодня будем останавливать фоновые программы, которые у вас работают, те, которые вы загрузили, которые не загрузили, у вас работают еще автоматически. Вот эти вот программы, которые фоновые, они не только замедляют компьютер, и плюс к этому интернет и все остальное. При загрузке тяжело идет, там все остальное. Вот. В принципе, на десятке открывается так вот диспетчер задач. Так, например, можно открыть ее. Здесь вот диспетчер задач. На семерке, скорее всего, тоже так же. Вот. Потом можно на клавиатуре Ctrl, Alt и Del одновременно. Вот он, диспетчер задач также открывается. Вот. Ну, смотрите, у меня половина их нету, я их поубирал. Ну вот, например, вот это у меня стоит. Снять задачу, убираем. Потом это, в принципе, при рабочем можно сделать. Вот идет опять Яндекс, опять снимаем задачу. Потом опять телефон. Это не надо, они лишние. И как бы они не надо. Вот, типа такое, только другое не останавливайте. Службы вот эти все. Вот посмотрим, автозагрузка. Вот смотрим, высокая. Отключаем ее. Отключено. Где-то еще здесь программа есть. Тогда надо отключить. И будет все работать. Да, журнал приложения. Вот здесь вот тоже. Это, вот что. Здесь куча должно быть еще у вас. Плюс к этому, если вы еще не убрали, когда установили десятку и все остальное. Целая куча должна быть. Ну, в принципе, и все. Желаю удачи. Всем пока. Подписывайтесь, не стесняйтесь.